Первый зампред Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Лариса Лазутина, а также депутаты «Единоросса» окружного совета Павел Чамурлиев и Ирина Горбарчук посетили школу имени Пронина в Звениграде. Вместе с директором образовательного учреждения осмотрели учебные кабинеты и ознакомились с интерактивными досками, которые были приобретены в рамках программы инициативного бюджетирования. Кроме того, передали подарок для школы – настольную игру «Мое Подмосковье».